14 марта на базе станции юных натуралистов прошел муниципальный этап республиканского конкурса проектов «Моя экотропа». Организатором выступил Министерство образования и науки Республики Дагестан. Основной целью конкурса является вовлечение учащихся в деятельность по изучению, сохранению и популяризации природного и культурного наследия своего края, направленной на экологическое и патриотическое воспитание. Задачей организаторов для осуществления данных целей стало создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся, выявлений и поддержка талантливых одаренных учащихся. Так дети смогли выступить перед жюри со своими проектами и ознакомить с ними всех присутствующих. Отметим, что на конкурс подаются работы, содержащие проект экологической тропы, ориентированные на перспективу их использования при организации эколопросветительской деятельности в образовательных учреждениях республики. Содержание данного материала должно представить собой четкое описание об интересных особенностях природы изучаемой местности. Участие в конкурсе приняли воспитанники образовательных учреждений города в возрасте от 14 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия республики. Победителями конкурса признаются участники, набравшие более 70% от максимального количества баллов. Призерами конкурса признаются участники, набравшие более 50%. Стоит подчеркнуть, что оценивали учеников профессиональное жюри в лице директора Дома детского творчества города Каспийска Аминат Насрулаева, специалиста управления образования Виктория Рожковой, директора станции юных натуралистов города Каспийска Зинаиды Салиховой и многих других.